Колдует, мразь, колдует. Часы, часы спиздила, она спиздила часы. Оставь меня в покое. Иди нахер из моего дома. Заткни ебало свое, вылези отсюда. Ой, что это такое? А если я не хочу убрать эту дрочь? Вот она, стой, блядь. Я тебя сейчас за шкирку, блядь, возьму и выгоню. Это не пиздюк, это пиздюк-скаут. Вечерочек, ты на канале Gantek Games, где мы с тобой играем в разные игры. И мы продолжаем Lock It Up, и мы в прошлом. Что-то шепчет, слушай. Чё он шепчет? Это кто вообще шепчет? Бабуля. Это не бабуля шепчет. Не похоже на бабулю. Но это все фотографии мы видели. А тут даже ящиков нет. А, и нету фонарика, слушай, кстати. Вон кто-то прошел, вы чё? А, ну мы же не зря открыли эту... Блядь, темно нахуй. А я не могу туда пройти, не могу. Хорошо. Невидимая стена мне не дает пройти. Дядюшки, тетушки. Я, короче, буду все скримеры пропускать, походу. Своей любознательностью к деталям. Кто сейчас тут появится? Какие некрасивые шторы. Посмотри, это кто вообще это все делал? Вырвите руки и глаза этому вашему дизайнеру. Блять, я просто зря сюда пошел. Тут ничего не происходит. Ох, блядь, сейчас мне кажется, я обосрусь. Ой, здрасте. Иди, я тебя сейчас выпну я тебя сейчас. Тараканов привел. Петух. Паршивый. Ну, они... И таблеток, глянь, раскидал. Лянь, дурак, блядь. Пришел и таблеток еще раскидал. И вон... Ой, это что, череп? Глаз, нос. Все, рука. Это вот он... Ладно, не буду говорить. Хотя скажу, обосрался. Он просто обосрался и вылепал мне тут всю дверь. Он что, охерел? Глянь, еще чемоданов понаставили. Я не пойму, это вы сюда переезжаете или это вы меня выселяете? Что за жуть? Слушай, а все меньше и меньше становится домик-то. О, открыли мне проход. Но сюда, видишь, не могу пройти, я пытаюсь. Он что-то шепчет. Вон он стоит. А, ты висишь? А, вон он ты. Ты его повесил? Чего у вас происходит? Я не могу пройти. Ну, он затушил свечу. Бля, сейчас повернусь, вся жутко будет. Ну, я не могу туда пройти. Кто-то висит. Ну, хрен с вами, господа. Ну, мне уже не по себе. Я тебе честно скажу. Что это такое? Что это? Рогалик? А, человек. Ох ты ж, блядь. Ты чё меня? Ну, видишь? Вот она, стоит. А чё тут происходит? Ну... Если бы на меня, то я бы испугался, слушай. Если бы на меня, то я бы... О! О, господа! А вылезите отсюда, пожалуйста, и вон туда напротив. Я вам сейчас открою дверь. Съебало нахуй. Ну вы, конечно, жуткие. Я бы вас взял на превьюшку, но... Вас видно того не будет совершенно. Ой, блядь, ой, как громко. Вон она, глянь, что делает. Глянь, что делает, ей плохо. Тетя, пойдешь на превьюшку? Она слушает музыку, сейчас какую-нибудь подставлю. Вот у меня тоже ощущение от такой подобной музыки. Ой, эта камера сама повернулась, это не я.
О, все? 19 октября 87 года дали мне достижение. Нормально, не виснет? А то я что-то даже не поглядывал, блин, я надеюсь, не висло ничего. Сейчас вроде все нормально. О, фонарик дают. Фонарик — это хорошо. О, с фонариком что-то виснет. Вот сейчас вроде хорошо. Виснуть не должно. И там упало дерево. Блин, слушай, надеюсь, это не висло ничего. Я же не посмотрел даже. Какой косяк. Какой косяк. О, кто-то приехал. Это друзья мои. Мы на шашлыки приехали. Гоу за мной, ребята. Гоу with me. Сейчас мы будем шашлычочки тут жарить. Кто-то ходит. Олег, выходи. Хватит палки собирать. Нам достаточно будет. Вон нас уже Ирка ждет. Ирка, что ты делаешь? Блять, что это? Ирка куда-то убежала. Блядь, ну это кто-то висит. И вот это кто-то висит. Как вы высоко висите, ребята. Мне было бы страшно так висеть. Ну что, боюсь высоты. О, перевернутый крест. Все. Все, это кранты. Это кранты. И кран, и ты, и все. Неудобно, конечно. Че ж ты так висишь-то? То есть, чтобы ты понимал, я в записи играю нормально. Ну, точнее, не в записи, а просто я играю нормально. А вот именно во время записи, вот она отдельно, видишь, как подвисает. Хотя и FPS пониже делал, но что-то я стараюсь делать так, чтобы оно не висло. О, глянь, там целая бригада стоит. Блин, он в натуре так сильно будет виснуть. Хватит! Сука, прекрати! О, что-то там догорает. В этой игре еще есть масштаб рендеринга. Вот, если на сотку, то вообще все висит. Особенно, когда вот эти эффекты кассеты. Ну и что? И что? Он на меня не прыгнул. Мне было не страшно. Вот если он бы на меня прыгнул, мне было бы страшно. Так, ну смотри. Это еще идет сцена, это не я. А вот теперь я. Вот тут все нормально. Он сам включается? Прикинь, он сам включается. Кнопочку не дожимаешь, и он сам включается. А куда мне идти? Подожди, тут же темно. Тут же тьма. Где тут фонарик? А, вот он фонарик. Ага. Не работает. Есть зажигалка. А она... О, потух. Но я его выключу. О! Ну я помню, там пиздюки сидели. Вылезите и выйдите, пожалуйста, отсюда. Тетя, скажи им, чтобы они ушли. Прикажи им, скажи, пшли. Сука! Страшно как. Что-то на китайском. Это что-то на китайском. Что ты читаешь? Ты меня не напугаешь. Класс. Хочет убить меня. Что-то медленно, да? Slowly. Kill что-то. Прикольненько. И стрёмненько. Но мне понравилось. Вот, понимаешь? Если бы тут вот... Что? QA. Если,
Блять, не туши мне свечку. Я думал, это кто-то стоит, это цветок. А так всегда, слушай, кстати. Думаю, что в темноте кто-то стоит, а это просто цветок, либо еще какая-нибудь херня. Блин, чего вы меня пугаете? Давайте выйдем отсюда и закончим на этом. Я снова повторюсь, надеюсь, сильно не зависало. А то мне приходится очень, очень долго с этим в этом плане выкручиваться, чтобы ничего не висло. Может, мне все-таки нужно что-то взять? Но я пока ничего не вижу. Это картины. Тут ничего взять нельзя. Книгу я почитать тоже не могу. Это же не открывается? Не открывается. А, вот какая-то. Какой-то ключ. Ключ от ящика. Лежит ключ от ящика. От какого? От какого ящика? А, ну там все ящики были, я помню. Все потому, что я умный. Ага. О, еще одна кассета. 30 августа. Как все плохо видно. Что написано? Что? Буеаринг. Что? Ку. Как же ты светишь неудобно. Короче, хер с ним. Опа. Блять, кто-то пришел. Сука, ну стрёмно, не видно ни хера. Блять, вот сейчас жутко. Включись. Вот сейчас жутко, конечно. Потому что в темноте ничего не видно. Ну пойдем кассету смотреть, значит. И вот я не понимаю, вот у нас тот уровень был долгий. Вот. Куеанинг. Куеанинг. Возможно, я добавлю перевод, потому что я не понимаю, что это. Куянинг. Куянинг. Придумают какую-то ерунду. Запускай. 30 августа 87-го. Еще кассета. Так, проверяю сразу, висит, не висит, и буду поглядывать на второй экран. Что у нас тут? Фонаря нет. Я только что оттуда пришел. Супер. А нахера тебе вот эти рисунки непонятные? Объясни мне, человек. Подожди, это мы где? А, это мы идем, где часы стояли. Вот, зажигалочка. Это дело хорошее. Ох, етить, колотить. Предыдущий сотрудник не закончил свою работу и не выходит на связь. Собери оставшиеся личные вещи бывших жителей этого дома. Упакованные коробки оставь в доме. Наша служба доставки все уберет. Оставшиеся личные вещи... собрать надо. Ну, пойдем. Я недавно прошел стажировку в этой компании, мне очень нужна эта работа. Так, это часы. Тут закрыто. Ну, пойдем собирать личные вещи. Вот, тут демочка была. Вот тут была демочка. Горшочек. Опа. Я закрыл комнату на ключ, потому что слышу, что там кто-то ходит и шепчет. Я не могу здесь находиться и работать. Я в ловушке. За мной следят. Им не нравится, что я трогаю их вещи. Тот, кто найдет это мое письмо, уходи отсюда. Ты здесь не один. Такое сообщение я, конечно, помню. Этот парень оставил письмо. Он был очень впечатлен. Я думаю, что это обычный старый дом. Я быстро соберу вещи и уйду. Мужчина. Похож на какого-то, кстати, актера. Старенького. Актера. А вот эти не похожи на актеров ни разу. И телевизор не включается. Пойдем за... Все? А какие вещи-то нам собрать надо? Ну и сейчас какая-то жопа будет, правильно я понимаю? Или нет? Или да? Это та же записка? Да, это та же записка. Ну... Я потом перемотать попытаюсь. Хотя, скорее всего, билиберду просто поет какую-нибудь очередную.
Если я ее вставил, то я ее вставил там. А может и не вставлю, слушай, ну. Ну, вот так. Спиздили фотографию. А, вот она висит. И вон еще фотографии. Но я ничего с ними делать не могу. Вот, и видишь, до этого был уровень долгий, прям долгий. Он минут на 20 был. И потом только загрузка началась. А тут загрузка постоянно идет. Я только что тут пришел. Ну и что? Мне некуда идти. Ничего не тыкается. Ничего не тыкается. Чё мне тыкнуть-то? Куда мне нажать? Чё сделать? Это не работает. В окно не посмотришь. Фотография не берется. На сиденье не садимся. Интересненько. Как бы я вроде все, что можно, понажимал. Часы тут тоже не открываются. Ну что, куда? Чего мы? А, подожди, мне же вещи собирать надо. А где они? Коробки. Ну я ничего не вижу. Какие вещи-то? Вот коробка. Вот эти вещи, они не тыкаются. Нет. Фотографии нет. А, это я нажимаю. А, вот ключ. Он давно тут лежит? Скотина. А, нам туда с ключом идти? О! Ёбана! Уйдите отсюда, пожалуйста. Блять, а ты тоже флексишь, глянь. Что у тебя там играет-то в голове? Что-то жесткое, да? Ебать! Сухарики жрет! О, подруга, я сухарики не люблю. Ну мне туда идти, что делать? Блядь, сейчас на меня побежит, смотри. Ох, блядь, что я... Я не понял, что это стояло. Это был какой-то стул? Ну нам сюда? Ага, сюда. Там детская должна быть. Ага. О-о-о. Веселуха, как обычно, дети веселятся как хотят. Никакого присмотра. Телевизор включили, слышишь? Телевизор включили. Я слышу, что там включили телевизор. А тут закрыто. Ну, пойдем телевизор посмотрим. Может, там что интересное показывают. А, сейчас будут муж с женой сидеть? Нет, кстати. Пустая комната. Никого нет. Зато куча фотографий висит. Куча. Что, виснет? Да нет, вроде нормально. Выключись. Даже поставили чаечек. Сейчас, о, сейчас будем распевать. О, сейчас будет там тут хорошо всем вместе. А, и чё, и куда? Теперь там кто-то ходит. Они издеваются надо мной. Пока я обхожу. Пока вот я вот так обхожу. Они, сука, там лазят. Они просто перебегают, понял? Иском вот тут вот он. Сейчас пробежал, опять телевизор включит, мразь. Ну, блядь, страшно на самом деле. Жутко, я еще сам в темноте сижу. Вообще неприятно. Может, свет включить, а? Ну, какая-то хуйня. О, жутко, блядь, не могу. Что-то я решил обратить внимание, где я сейчас сижу. О, мне нужно закончить собирать вещи. Какие? А-а-а. Ебать. Дверь открылась. Ну, собирай, собирай. Ты пришел за этими вещами? Там кто-то ходит. Ладно, хер с ним. Сейчас я последний собираю вещь. Последний вещь собран. Все? И куда мне теперь? Ну туда. Какие жуткие вещи тут творятся. Говорит, быстро. Опа.
Все? Это все, что... Она превратилась в часы. Или когда вот у тебя зрение плохое, ты видишь, жуть какая-то стоит. А потом подходишь, а, нет, это часы. Вечная проблема. И меня она тоже не обошла стороной. Спиздили все фотографии. Вот он, висит, мужик. А, ну теперь тебе нужно сюда... Это автодоводчик на двери. А, какой? О, дверца открылась. Это что? А, я думал, это какая-то папка. А и так, хуйня. Поднос, это поднос. Ну, с этим ничего не меняется. На это можно даже не обращать внимания. Итак, и что? О! Так, ну, это, слышишь, подожди. Чё ж мне его выгонять? Я ж сейчас в прошлом. Правильно, правильно. Это дом не мой. Не мой. Ну и чё мне тут выебагнуть? Это он меня должен сейчас тут за шкирдак вынести. А, видишь, мы пришли вещи, короче, собрать. А он такой, подожди, я тут живу. Сатан. О, у нас опять свиданка с сатаной. Ну мне сюда. Они тут вдвоем смотрят телевизор. А, теперь мне нужно обойти. Ну, слушай, прикольно, да, что мы такое встретили в демке. И мне кажется, прикольно, что мы ее прошли первой, а не в конце. Ну, это же демка, правильно? Она должна быть сначала. И никого нет. Я говорю, они со мной играются. Они думают, что это, сука, весело. Это ни разу не весело. Мне не смешно. Это, знаешь, вот есть такие люди, которые... Между собой хихикают, хахакают, над тобой издеваются. Это что сейчас? Разбили чайник, блядь. Я тебе отвечаю, это чайник разбили. Кто-то уронил чайник. А может еще что? Ну просто суки. Хотя это не мой дом, мне плевать. О. Там открылось что-то, но мне сюда, скорее всего. Мо, песня начинается. Ой. Здравствуйте! Не туши мне свечку! Пойдем дальше. О! Еще какая-то хуйня стояла. А, мы снова в ловушке. Да? Да. Все? Я, кстати, пройти не могу вперед. Интересно, конечно. Но что мне делать? А, вон там что-то есть. Я пишу это письмо в надежде, что его кто-то найдет. Я приехал по поручению социальной службы за вещами, но зло, которое тут обитает, не дает мне этого сделать. Мне кажется, что я здесь уже неделю, но видеокамера все еще работает. Я потерял счет во времени и хожу по кругу. Я остался тут в заперти. Вот это что было? А, это вот эта девка. Это вот эта девка, которой мозги промывали, да? Я пока не двигаюсь, слушай. Походу, это конец. Вот и съемочки конец. А кто смотрел, молодец. 28 октября 1994 года. Слушай, наверное, на этом мы закончим, потому что я не знаю, сколько тут еще будет это все длиться. Потому что загрузка была, сохранение было. Ну, все, на этом можно в целом и закончить. Вот такой коротенький выпуск получился. Надеюсь, тебе понравилось. Подписывайся на канал, оставляй лайк и комментарий, делись этим видео с друзьями. Ставь колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Всего доброго!